ты весь? Шмуртяк, рюкзачок, сапожки и удочка. На изи в этот раз. Погодка шикарная, тишина, красота. Наши деревеньки нынче. О, это за мной. Ну что? Как там называется? Два дебила и кто там еще? Погодка-то, а? О, погода просто бомбическая. Ну что, закрываем сезон. Неожиданно, да? И открываем, и закрываем. Все в кучке. Ну вот резиночку сейчас проверим. Говномесы такие стоят. Ух, красота. Подъезжаем. Горизонтик уже просветляется. Скоро начнет светать. Асфальтик скоро кончится. Уже почти светло. Мы еще едем, да. Дорожка так себе. Ну, ехать можно. Ну, никто не ездил. Сейчас посмотрим наличие мостика. Может быть, тусоваться не будем. Следы только очень крупного. Скорее всего, так. Да, наверное, пойдем пешком. Пешком пойдем, Паш. Да, можно было бы, конечно, говно поместить, но лучше я это время потрачу на рыбалку.
интересно. Сейчас, наверное, переоденемся и пойдем пешком дальше. Неохота несать глину. Сборы? Отлично. Профессор практически. Потихоньку выдвинулись. Снежочек. Рюкзачок. Долго, все с собой, термосок, бутербродики, снасти, решили не рисковать и время посвятить не вытаскиванию автомобиля из грязи, а рыбалке. Я думаю, самое мудрое решение. Ты видишь, что кроме тебя дураков-то больше не было, кто сюда полез? Ну все, вот она, дорожку накатали. Столько ручей преодолеть, а тут-то... Вот здесь мы вот в этой вот, Паш, колее вот сидели. Вот в этой яме сидели, вот здесь вон наши палки, березы лежат. А вот это наша лага, точно. Угу. О, вот здесь, вот в этой вот колее, вот мы в прошлый раз на боку лежали. Уточку скрадывали. О! Бобры. Завтракали, обедали и ужинали. Плотинку себе делают, красавчики. Пень сгрызут. О! Солнышко зашло. Красота! О, Андрюха, даже остров есть. Я тебе говорю, что поменяло. Так, ну-ка, что тут у нас? Ой, водичка какая светлая. Все, отлично. Водичка светленькая. Все, супер. Почти дошли. Еще 2 километра и все, и мы на месте. Ну, за приезд. За приход.
отлично. Порезал так, капотку. Ну что? Спиннингисты, вот сразу видать. Налегке пришли. Красота. Тепло. Дождика нету. Немножко чуть-чуть пасмурно. Супер. Сейчас позавтракаем и пойдем дальше. Шмурдяк не составим и налегке рванем. Верховья. Идем еще. Еще идем. Стояли, мошки пиздец, да? И в гость попало, блин. Чё, полетело? Так. Что? Прополз? Спиннинг? Спиннинг аккуратно. Я тоже смотрю, старенький вроде. Бывает. Ух. Так, первый пошел. Ё-моё! Павел Викторович, ну чё, жопа целая? Целая, но болит. Так, третий пошел. Семёчки срезанные специально. Ну это веселее будет. Да, да, поопытнее. Видишь, да, Андрюх? А? Видишь? Аминь, да?
Что, думаешь, зря несли? Свеженько. О! Пропердилось все-таки, да? Знакомый звук. Эх, ё-моё, сколько с ней связывало, да? Да. Ох, красавица наша. Олег-1. 87-й. 87-й год выпуска. Ну, если она сейчас поплывет. Хорошо. Ветерок поднялся. Прошли почти. С этой стороны ни одной поклевки. Ветер штормовой. С ног сдувает. 3 ребята с Назарова харюза ловят с подсадочкой опарыша. А я шелую. Таймени видели, крупный, просто огромный, малька в протоке гонял, ну даже не заинтересовался ничем, ни воблером, ни джигом, даже не подошел. Я вот решил чайку маленько попить. О, с медом, хорошо. О, следов сколько. На морали похоже. Скорее всего, морал блудил. О, ходил тут, копытил. О, находился. Ух. Что-то аж прям устал. Сегодня всего 2 поклевочки я увидел на джиг. Чисто джиговал, ничего больше не ставил. Решил проверить, как таймень отреагирует на джиговые приманки в чулуме. Ну, 2 поклевочки было. Скорее всего, очень мелкие, потому что одну стащил, второй хвост отрез. И все. Андрюха с Пашей на воблеры, конечно, там обновились небольшеньких. До 1,5-2 километра такие, потому что совсем маленькие, надо еще побольше. Вот, но Андрюха с того берега рыбачил, на лодке приплавился. А мы с Пашей поэтому. Вот, Андрюхе новоснять не получилось, но Паша его. Я сейчас ушел, не знаю. Ловит что-нибудь, белое, кужики. Я сюда на ямку пришел, сейчас вот еще здесь постою, вот проверю, что там как, все, и домой. О, сезон, можно сказать, закрыл в удовольствие. Приговорил зубастенькую все-таки? А?
Приговорил все-таки зубастенькую. Махонька. Ну, лесная. Ну что? Путь домой? Да. Дали мне все успели. Все места успели обладать. Ну, погодка, конечно, подфартила. Замечательно. Вы приехали вчера, сегодня выспали. Может быть, еще бы и дальше приедете. Ну что, все, домой? Йоу, домой. Как хорошо. Че там, Паш? Тебе хорошо? Конечно, хорошо. Че бы было плохо? Шикарно. Рыбки поймали. Ноги мокрые, попа мокрая. Едем домой. Хорошая поездка. Отличная поездка. Надо завтра повторить. Наверное, где-то я соглашусь.